Итак, всех снова приветствую, с вами я, Алексей, вы смотрите YouTube канал Парадигм, и я догадался, что тут делать. Ну, точнее, я не догадался, я подсмотрел, конечно же. Вы же понимаете, я догадываться не умею. Я тугатум и так далее. И, в общем-то, в чем прикол, что мы вот так вот стреляем, и кто бы подумал, что так может произойти? То есть, что они друг на друга поставятся. Вот скажите, вот кто такое мог додуматься вообще? Хоть бы какой-то намек дали. Ну, разве что оно по умолчанию так стоит. То есть, наугад, если пульнуть, оно можно его сделать. Так. И вот теперь, естественно, сюда ставим как раз-таки. И теперь можем вот так вот выйти. И вот так вот сюда. Здесь, по-моему, то же самое нужно сделать. Значит. Да, то есть сюда нужно одну поставить. Так. Не-не-не. Так. Дальше, значит. А, понятно. Короче. Вот так вот. Почему бы нам не сделать вот так вот? Нам же все равно, в каком месте оно прикасается. Вот. То есть, бабах, так, бах, и они оба сюда попали. И теперь, значит, нам нужно туда, насколько я помню, отправить эти сундуки или ящики, плевать, кто они. Можем ли мы это сделать вот так? Ага, нифига, видите, здесь скоба специально стоит, чтобы мы так не могли сделать. Увы. Слава богу, здесь есть, короче, защита от этого. Итак. Итак. То есть нам нужно опять какую-то фигню куда-то засунуть. Итак. И здесь давайте вот так вот поставим. И теперь вот так вот поставим. Бампс. Я хочу, короче, придумать что-то новое. Что-то новое хочу придумать. Так, стойте. Эй, чё ты падаешь? Во. Эй, чё ты не можешь под него засунуться? Что за бред?
Все, блин, изменили. Все, короче, испортили, говнюки. Ну ладно, тогда попробуем как-то по-другому. Бампс. И вот у нас есть такая штука. Теперь же мы можем ее сюда засунуть. Ну вот мы и справились. Так. Так. Бампс. Теперь нам нужно просто притянуть ее сюда. И то, что я чуть ли не забыл. Короче, у нас тут, смотрите, у нас тут стоят, всякое говно стоит старое. Нужно улучшенное оружие поставить и улучшенную броню. У нас есть вот призм пауч, который, в общем-то, дает нам итем бустер и аппетит. И есть вот эта вот штука, которая дает нам резисты дополнительные. Очень хорошие резисты. Очень-очень хорошие резисты. Да. Давайте вот так вот сделаем. Бонус к предметам. Бонус к предметам нам пригодится. Также давайте перезапишем. И идем дальше. Значит, что тут у нас? А у нас тут как раз то, чего я боялся. Ой, боюсь этого всего. Ну ладно уже. Жесть, короче. Так, нужно, по-моему, льдом их бить. Это надежнее. Так. Вот минус один. Так, стойте. Этих нужно бить, короче, огнем. Сможем ли мы это заруинить? Так, есть. Есть минус один. Нужно сначала цветок убить. Так, зараза, цветок. Так, заруинили цветок, теперь, значит, нам нужно вот эту вот фигню зафигачить. Так, 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 стой, 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 шеф-сэндвич нужно захавать мне. Я что, не могу хилиться? Я что, не могу хилиться? Эй, опять вы мне не даете хилиться, а эти пидорасы не дают мне хилиться. О, значит... Что тогда?
Может, хватит? Быстрее, блядь. У меня проходит этот. Так, три. Так, так, так. Эти не дают нам хилиться, поэтому нужно побыстрее их убивать. Так. Оверлот. Отлично, оверлот. Это еще лучше, чем без оверлота. Фух, минус один. Теперь второй. Зараза, блин, походу мы не сможем сбежать от босса после того, как здесь пройдем. Мне кажется так почему-то. Так, и у нас... А у нас, короче, бой не заканчивается почему-то. Вот это отстой. Ну ладно. А сохраниться мы тоже не можем, да? Значит, ну тогда продолжаем, короче, захавывать. Шок резистенс всякий. Без шок резистенса здесь просто вообще никак. Так. Я упал, офигеть просто. Так. Так, три. Так, попугая нужно мочить. Стой, стой, попугайще. Так, чай. Нужен чай, 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 чай. Шефский сэндвич. Шефский сэндвич. Так, 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 так. Или чай еще. Или шефский сэндвич. Я даже не знаю, что мне брать. Так. Стой. Шефский сэндвич, жри, зараза. Все, сожрала, вали теперь. Давай. Грёбаный попугай, чего ты такой мощный? Грёбаный мощный попугай. Тебя нужно убить срочно. Так. Все, убили попугая грёбаного. Теперь тебя. Задолбал уже. Фух. Там будет еще сложнее. И сохраниться нельзя, это самое обидное. Так, ну что, будем ждать, пока пройдет нагревание. Потому что иначе же нам придется потом перезаряжаться. А я этого не хочу. Блин, у нас уже, смотрите, какая зарядка СП-шек. Вот этих суперпоинтов я их называю. Так, суперпоинты. Чем мы дальше? Ну, попытаемся, наверное. Давайте что-нибудь другое зафигачить. Атаку и дефенс, наверное. Фокус и атаку давайте.
чили кон карне. Так, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Так, макс хп давайте. Плюс 15%. Думаю, сойдет. О, теперь вот эти. И, кстати, я узнал, что можно вот так вот делать. Так, стой, 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 стой. Вот этой вот фигней можно, короче, во-первых, их убивать. Ну, кстати, нам не обязательно это делать. Так, стой. Нам нужно... Блин, и меня убили. Ну как такое могло случиться? Я ж надеюсь, у нас все восстановилось. 95 сэндвичей, 30 шеф-сэндвичей. В общем, полная жопа какая-то. Давайте больше этого. И, конечно же, чайку давайте запьем. Заранее. Потому что у нас его много. Почему бы и не пользоваться тем, чего много? Так. Так, заморозили, заморозили. И теперь сэндвич давайте обычный. Так, захавали обычный сэндвич. Так. Так, это, кстати, цветок. Это Power Plant. Power Plant — это электростанция, а также цветок. Вот такой вот мощный цветок. Как вы видите, мы его убили. Каким бы он мощным ни был, его мощности оказалось недостаточно против нас. Значит, ну что ж, давайте разряжаться потихонечку. Это просто какая-то жесть. И... это просто какая-то жесть. Вот все, что я могу сказать. Это ужасная игра. Просто ужасно. Хоть не знаю, понижай сложность. Ну нет, пока что не буду. Если 3 раза проиграем, тогда уже будем понижать сложность. Так, давайте перезарядки подождем.
Самое главное, все элементы перезаряжаются в одно и то же время. Так, just water, balance. Макс ХП давайте что ли повысим. Не хочу тратить резисты. Дефенс плюс 15% может быть, или вот это вот атаку плюс 15%. Так. Так, попугайщи ебаная. Так. Пойдем отсюда. Так, минус попугай. Его важно убить, вы ж помните. Так, все, второго убили. И теперь у нас как раз перезарядка. В общем-то, и бафы спали вроде бы. В общем-то, бафы это важно. А кто там у нас? Там у нас, короче, всех дофига. Поэтому будет очень сложно. Очень-очень будет сложно. Значит, вроде бы перезарядка закончилась. Нам нужно какой-то мощный баф. Вот, например, вот этот. Смотрите, какой офигенный баф у нас есть. Значит, Cold Platter. Значит... Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Значит, теперь вот здесь вот у нас есть тоже где-то офигенные пафы. Вот это вот Snack Mix. Snack Mix это очень мощный паф против всех стихий. Хотя, с другой стороны, нам не нужно против всех стихий. Шок резистенс. 5, 4, 3, 2, 1. И теперь, конечно же, Sweetberry Tea. И теперь мы готовы. Да. Приходим. Убиваем всех. Убиваем срочно. Просто мы неостановимые сейчас. Бумс. Так. Так. А мы их вообще так не можем бить. А, волной их надо бить, да? Так, у нас бафы спали. Срочно нужно обновить, во-первых. Так. Стой, 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 чувак. Стой, чувак. Мега-сэндвич. Так.
1700 сразу здоровья добавили. Так. Надо как-то их убивать, потому что они так меня убьют скоро очень. Да, нужно их, короче, убивать побыстрее. Причем. Он что, хилится теперь будет там? Так, стойте, нам нужно что-то делать с этим. Иначе опять сдохнем. Нет, блядь! Ну все, тогда мы понижаем сложность. Мне посрать. Мне, сука, посрать! Понимаете или нет? Я уже два раза здесь проходил. Вот как здесь проходить, скажите мне. Бафы не помогают, нихуя не помогает. Это на каком я, сука, уровне? Так, нафига я это делаю? Мне посрать. Потому что так мы будем, короче, проходить до конца моей жизни. Где тут? Фокус энд атак. Вот смотрите, сколько этого чили кон карне. 4, 3, 2, 1. Значит. И теперь... Конечно же, Sweet Berry Tea. Я два раза попробовал, у меня не получилось. При том, что во второй раз все-таки неплохо было. Так, 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 так. Теперь я, в принципе, еще более мастер. Но это все фигня, конечно. Вот в конце там вот эти вот двое пидорасов, которых только специальной штукой можно убивать. Это, конечно, жестко. Я, блин, на 44 уровне. А если бы я был на 99, было бы легче, наверное. Ну, в общем-то, бафы даже не спали. Сейчас закончится перегрузка. И это последнее или предпоследнее? Так. Там у нас, возможно, попугаи будут. Это первая или какая? Да, это первая была. Значит, Sweet Berry Tea давайте зафигачим. Минус 2. Арбузы, значит. Так, попугая нужно мочить. Потому что если о нем забывать, то он нас убьет. Все, минус попугай, теперь легче будет. Фух. Ну, гораздо легче. Но другое дело, что да, мне немножко не по себе, типа.
Значит, нужно обафаться теперь. Обафаться. Крутыми бафами. Шок резистенс давайте возьмем. Семь, шесть, пять, четыре, три, два, один, ноль. Теперь, значит, снэк микс. А, нет, это снэк микс у нас уже был. Коуд платтер. Ну и сейчас еще эту регенерацию возьмем. Ух, какая хрень! Ты говнюк, ты чё не умер? Нам нужно побыстрее всем этим заниматься. Так. Так. Это меня бесит, бесит, бесит. Умри, зараза. Что за нахер? Мне... Я что, его даже убить не смогу без этого? Так. А, или стоп, я тебя еще не убил, что ли? Все, одного убил вроде бы. Так. Бампс. Теперь остается его добивать вот так вот. Все. Ну все, пожалуй, теперь мы переставим. Но я не хотел бы с боссом со здешним сейчас сражаться. Они еще увеличили сложность, то есть серьезно. В версии 1.0 сложность была гораздо меньше игры. Я смотрел, короче, видео, и там показывали, как с ними сражались. Там такой херни не было. Так, наконец-то элемент. Элемент, который нам, в принципе, больше пригодится для того, чтобы исследовать джунгли, чем для боя. Wave mode activated. Меня больше интересует, сможем ли мы сбежать от босса, чтобы не сражаться с ним. А то задолбали. Меня бесит, что они заставляют нас идти именно так, как им нужно. Хотя это, хотя, казалось бы, игра должна быть типа с открытым миром и так далее. Пресс 4. Окей, пресс 4, блин. Я вам сейчас как пресну, блин. Что тут у нас? Значит, волна. Максимальная ХП. Guardian Gale spawns aura that pushes away nearby enemies for several seconds. То есть, просто отталкивает. Pain Grid. Block the attack and regenerate part of the blocked damage. Интересно. Миллиард. Kit Trust. Frontal attack. Так, отталкивает опять же, что всякая фигня происходит. Но... Все это гуард, это неправильно. Мне хочется куда-то сюда. Дешарт, вот, например. Так. Dash away and leave behind a decoy distracting you enemy, you foes. И Verdant Strike. Dash with high speed, damaging and stunning enemies along the way. Короче, это оставляет какую-то куклу, которая, типа, будет танковать на месте, где
мы стояли во время Дэша. Очень хорошая, кстати, штука. Toxic Revenant. Dash away and leave behind deadly decoy that destructs and damages you forest. То есть он еще будет не только танковать, но еще и атаковать. В общем-то, это интересно. А так можно станить, короче. Даже не знаю, что лучше. А это что? Throw art. Hit enemies with a swarm of projectiles absorbing its HP. Ну вот, Essence Drain лучше, наверное. Vital Pulse. Hit enemy with a swarm of projectiles. А это очень мощная штука. Смотрите, какой здесь регион. Может, оно не так уж и плохо. Вот это, короче, мы сразу берем. 11 SP. Вот это сразу все мы берем. Значит, здесь что? Вот это нужно брать. Все. Потому что бонус к атаки и бонус к ХП просто must have. Здесь фокус, берсерк. Давайте фокус просто возьмем. Здесь то же самое, бонус к фокусу. Так, ну это что-то фигня какая-то. Toxic Revenant давайте. Ну, в любом случае, нам до сюда нужно дофигачить. А потом уже посмотрим, будем ли что-то делать. Так. Вот это возьмем. Здесь, значит, Mark Rush. Increase the speed of inflicting the mark condition. Ну вот это так. Еще 16 очков осталось, которые как бы вот вообще некуда присунуть нам. В принципе. Ага, ну я даже не знаю, может быть наоборот взять вот это вот все с HP-шками. Давайте, наверное, попробуем вот это лучше. Оно и то, и другое хорошее, в принципе. Значит, здесь у нас что? Ну, гордингом я не занимаюсь, поэтому это не ко мне. Буль калибр. Тут есть что-то вообще интересное. Марк Протект. Это интересно. Буль калибр, берсеркер. Вообще это очень ценно, все эти штуки изучить. Нужна ли нам дефенса? Возможно, нужна. Броулер. Ну, броулер мне не нужен. Однако, возможно, стоит его взять. Flash Step увеличивает неуязвимость. Короче, тут очень много всякого гуардинга, что, конечно же, мне не очень нравится.
Так. Сюда не можем добраться. 2 очков всего лишь не хватает. Тогда пока что сюда. А здесь пока что... Хотя... Тут, в принципе, видите, шок армор. Увеличивает резистент к шоку. Это, кстати, довольно важно сейчас нам. Ну, в общем-то, вот так вот мы раскидали. И, в общем-то, это... Полная хрень. На. Четверка. Давайте-ка сохранимся. По-хорошему. Теперь мы можем спокойно здесь всякой фигней страдать. А могу я как-то выйти из этого данжа? Я типа теперь вообще не смогу из него выйти, да? Я так понял, что да. Потому что, ну, если бы можно было не сражаться с боссом, то нафиг он кому-то нужен вообще, да? Нам такого не позволят ни за что. Сражайся, скажут, с боссом. Сражайся до посинения. Это куда ведет? Еще вниз? Здесь? Во! Во, это выход, походу. Это, походу, возможность нам сбежать от босса. Так, или нет? А, мы отсюда не сбежим, да? Так, ну может тогда отсюда откуда-то? Мне нужно просто сбежать из этого данжа. Я не хочу сражаться больше ни с кем. Мне нафиг не нужен ваш данж. Пошлите вы нафиг, так сказать. Вот сюда давайте пройдем. Это ж первый этаж, а это значит, что где-то здесь есть выход. Мы хотим откосить от сражения с боссом. Это будет нечто новое. Никто такого не делал в прохождениях этой игры. Реально, реально. Даже на английском языке я смотрел прохождение, никто не пытался откосить от сражения с боссами. А ведь это, как по мне, хорошая идея. Зачем нам сражаться с боссами, а? Так когда мы уже выйдем? Так, попугай ебучий. Во. Во-во-во. Вернуться ко входу. И все, и как бы я валю отсюда. Все, прощайте. Теперь пойдем в другой данж. Ах, наконец-то свобода. Наконец-то наружу. Это путь, короче, с... пугаться в этих данжах или что-то там. В общем, все.
Ну, в смысле, как бы мы сюда вернемся, ну, когда нам захочется, да. То есть, когда захотим к новому данжу получить доступ. То есть, у нас есть как бы новый элемент. Сейчас пойдем еще один элемент добывать. Ну, точнее, не сейчас, а чуть попозже, пожалуй. Я хочу испробовать этот наш элемент. Так ведь. Вот никто такого не делал. А ведь зачем сражаться с боссом, если потом можно будет его легче убить? Или, может быть, давайте зайдем, посмотрим, что там во втором данже. Может быть, еще элемент молнии добудем, и потом будем прокачиваться. Давайте посмотрим. Если хотите узнать, как бы, как правильно проходить, то есть, ну, со сражением с боссами обязательными и так далее, ну, вы можете посмотреть англоязычных летсплейщиков. Я их уже насмотрелся, и, если честно, не все у них хорошо. Так, во. Так, стоим у фронта храма Саньяс. О, прикольно. Эй, Тронни, Тронни, ты видишь это? Это посередине озера. Да. Это... Что насчет этого? О, ничего. Что? Ну, остров посередине озера. Логично же. Ну что, будем заходить сюда или нет? С одной стороны, мне надоели все те головоломки. И там они, кстати, еще будут в больших количествах. Можно было бы подготовиться там еще чего-нибудь понаходить. Там хорошую эту. А, точно, что я хотел сделать? Я хотел отправиться. Зервитар Темпл, Бейзин Кип, Гайас Гарден. Ух, Гайас Гарден какой большой. Короче, Вердовиль этот, давайте пойдем. И вроде ж мы помогли этим чувакам, поэтому они должны теперь с нами торговать или нет? Было бы неплохо, если бы они с нами начали торговать. Может быть, у них что-то ценное есть. Хотя кого я обманываю? Ты помог Шадам, но я по-прежнему не верю людям. Чё за бред? Эй, торговать хочу. Торговать хочу, чуваки. Они никогда не будут верить людям. Мне нужен лут, крутой лут. Я же вам помог, а вы со мной торговать не хотите. Все, больше не буду вам помогать, говнюки такие. Вообще уже обнаглели. Ты им, значит, помогаешь, а они тебе фиушки. Тут где-то... Ох, we're back in the village of bird people. Короче, мы вернулись в деревню птицы людей. Я люблю это место. Также они теперь более дружелюбные после того, как ты помог им. Я надеюсь на это, на то, что они более дружелюбные. Спасибо, но мы типа все равно. Эй! А, о, смотрите, все-таки продает. Все-таки продает. Смотрите, refined metal. You help it shot. И мы можем помочь тебе. Да, это хорошо, что вы мне помогаете.
Junk Metal, смотрите, как дешево здесь продается. Мы столько можем этого всего нафармить. Вирус рут? Что? Короче, нужно инфестед всякую фигню теперь подобывать нам. Ну, давайте сначала хотя бы это потратим. Потому что, ну, надо куда-то тратить. На Junk Metal хотя бы. Смотрите, сколько его можно сразу выкупить. Это жесть, как много. Так, вот, всякие спайсеты. Southern Human. Старейшая позволила нам торговать с искателем. Я продаю много сетов для всяких итемов. Плентер, вот откуда оно падает? По-моему, это довольно часто. А, у меня 99 все равно. Забавно. Смотрите, как легко просто. Один ингредиент нужен, чтобы эти сеты все делать. Мунфруиты, старфруиты. Это нам встает спайсеты. Очень дешево все крафтится. Круто. Сможем много хилок всяких накрафтить. В будущем и другого говна. Это искатель, который победил Викатов. Приветствую тебя в Вирда Вилладже. Вот, Common Planter, вот отсюда они падают. Ну, как-то лед мне больше нравился для уничтожения вот этой фигни, хотя... Вот эти вот Common Planter всякие... Пайки над. И все, вы тут как бы особого оружия, чего-то такого не продаете. Это люди. Ты, короче. Типа, вы ответственны за черных монстров в деревне. Но также люди победили черных монстров в деревне. Я не знаю, что и думать, наверное. My very confused. Я только хотел сказать, что я не знаю теперь, что и думать, потому что вы же напустили, типа, их, и вы же победили. Ну, вообще-то это не люди. Ну, люди, типа, энергию добывают, а энергия не берется просто так. За все надо платить. И вот таким образом путь отвечает за то, что у него энергию черпают. Он отвечает тем, что посылает всяких монстров. Скучно. Скучный деревянный мост. Почему не лазерный мост? Эмили все время по своем. И это все. То есть больше тут нету никаких этих. Кстати, зайти сюда тоже нельзя. В общем, какая-то фигня. Это, конечно, хорошо, что вы мне ингредиенты продаете, но мне бы хотелось не ингредиенты, а... Тут, блин, черт ногу сломит. Вы посмотрите, сколько здесь всякого говна. Я не знаю, где здесь эти все шады находятся. Вот, например, сидит и непонятно, продает он что-то или не продает. Давайте попробуем исследовать эти зараженные джунгли. Вот, тут здесь вот какие-то еще шады. Видимо, мне туда нужно было пойти.
киса. Плохая киса, не трогай меня, пожалуйста. О, тут все-таки, видите, что-то оформилось теперь. В этом домике. А как сюда проникнуть? Как-то ж можно. А, вот здесь вот подъем. И потом мы обходим. И теперь можем вот сюда подойти. И тут что у нас? Драгоценный металл. Очень хорошо. Вообще нужно мне самому будет побегать. И здесь, короче, пометить сундучки все. Это я буду, естественно, вне видео делать, чтобы потом с вами ходить и собирать эти сундучки. Прямо в каждой зоне. А то я недавно, вот, например, сундучок. Бабах, и типа вот здесь вот где-то пометили. Но я-то не все мечу пока что. Во, киски тут всякие. Киска, киска, где твоя пиписка? И видите, мы хилимся с них. Это круто. Они самонаводящиеся и, короче, пуляются. И видите, вот. Очень круто, короче. Так, он какие-то тут комментарии дает. Я этого еще не слышал, кстати, этих комментариев. Я думаю, эти растения произошли от венерианской мухоловки. Вот, видите, он, короче, ж ботаник или биолог, кто-то он такой, короче. Это, типа, удивительно, они... А, нет, вообще-то он сказал, типа, это предсказуемо. Они еще более враждебные. А, это очевидно. Ну да, очевидно, предсказуемо одно и то же ж вроде. Очевидно или предсказуемо. Так, тут мы тоже можем пройти. Но вопрос зачем? Бампс? Нет, не можем. А сюда? Тоже не можем. Ну тогда здесь нет смысла. Видите, уже мы применяем. Вот почему волна неплохая, в принципе, стихия. Потому что мы можем сразу же применить ее. Здесь же. Подняться потом сюда или не подниматься. Так, ну допустим, подняться сюда. И теперь вот сюда мы можем? Можем. И вот сюда можем. И вот у нас золотая фигня, но у нас нету ключа пока что. Если что, я ее, возможно, соберу и вам, типа, не покажу, но вы будете знать, как я ее собрал. Так. Стоп, а это в чем нам поможет вообще? Так, ну не знаю. Давайте пройдем назад. Мне нравится, в принципе, тоже довольно быстро собирает. Хотя, если честно, то побыстрее. Так, мы сюда забежали. А ну-ка, а как дэш работает? Вот так вот, да.
А смогу ли я им котов, например, прибить? Так, you help it, thank you, human. Да, пожалуйста. Но мне бы хотелось, чтобы вы что-то материально мне отблагодарили. В общем, торговцев здесь как-то мало. Торговцев здесь мало. Значит, поэтому мы идем. Как-то тут много меток, видите? Передот Approach, одна метка, и там рядом еще одна метка. Это как-то тупо, мне кажется. А вам не кажется так? Так. Так. Смотрите, мы как поразили этих котов. Так, смотрите. Шакаты. Они очень активные для котов. Это серьезно. Да, они очень активные для котов. А как сюда забраться? Вот так, наверное. Хотя нет, вначале давайте вот это вот все поуничтожаем. Очень нужно. Так, здесь есть вот такая вот штука. Теперь сюда. Цветок грёбаный.